что ж, выдвигаемся по машинам. Будем держать связь по радио. Надо подождать.
получилось! Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Что это? Берегитесь, к вам что-то приближается! Быстрее! Начинаем маневрирование! Маневрирование! Обнаружены противники. Запуск протокола оценки угрозы. Главная цель выявлена. Повторный анализ через 30 секунд. Анализ угрозы завершен. Оценка цели проведена. Смена курса. Противники. Запуск протокола оценки угрозы. У вас получилось! Оборона Ульдора прорвана! Еще чуть-чуть, и мы высадимся у... Что это? Берегитесь, к вам что-то приближается! Быстрее! Начинаем маневрирование! Маневрирование!
Слышу. А сейчас слышно? Да. Сейчас слышно. Да. Я понял. Ты думаю, я блядь, сошел с ума. Ладно, давайте все заново. Валан, садись звездочку. Присаживайся на пассажирское место. Знаешь, что делать? Справа от тебя появится панелька машины под картой. Тыкай на пассажирское место. ЖСПД, кто в твоей тачке сидит? У меня есть ДПС. Не понял. Ладно, пересядь в пассажирское место, твоя задача будет просто подбирать колчеданы, почитай скиллы, как они называются, что они делают. Там есть крюк, подбираешь бочки на земле. Так что теперь сядь в пассажирское место. Тыкни на модельку, на пассажирское место. Моделька внизу карты справа от тебя находится. Там появилась вся панель скиллов?
Отлично. Джерин, сиди звездочку. Масло не ложится, да. Изи ДПС, ты тут? Ты в РК? Ты знаешь, как подбирать колчеданы? Отлично. Так, у нас еще не сел. Кружочки, кто сидит? Два человека сидят. Садись, Селена, в чоппер. Джулиан, садись в звездочку, пассажиром справа тебя тачка. Эскалет, садись в звездочку, будешь водителем. Расскажу сейчас, что делать. Эскалет, ты в руках? Эскалет. Сядь в звездочку водителем. Будешь просто двоечку стакать на боссе и все. Вот, фастер, давай, теперь ты в звездочку садись пассажиром. Плариум, если ты в РК, садись в чоппер слева от тебя. Фастер тут? Залазь в звездочку. Не, это не хардон. Ну сядь тогда в звездочку, я же прошу тебя сесть в звезду пассажирам. Панелька появляется справа. Отлично. Да, да. Умеешь стакать, не стакать, подбирать колчедан? Конечно. Хорошо. Давайте заезжаем за линию. Юпи, ты тут? Так, что ты... Там из машин. Садись в эту посадную машину там. Стойте, не едьте вперед, не стреляйте сейчас по пушками. Юпи, садись в машину, заезжай в комнату. Я просто запущу босса и отъеду. Кто сейчас багнется и опять придется садиться. Вот ждем, пока он выйдет Левиафан. Давайте играем в него. Вот если ты водила, то пометь проклятием босса. Стакайте сейчас двойку. То сейчас в разрушителем. Двойку стакайте все, чтобы дебаф был 10 стаков на боссе. Бери колчедан, сова. Балана, подбирай колчедан. На земле валяется жидкий колчедан. Крюком подбираешь его. Ты скалай, подъедь с колчеданом мне. Подбери колчедан. Кризи Флакс, отъезжай от босса. Я подъехал уже на 10 метров к колчедану. Ты можешь ее подобрать или ты тупой вообще в корень? Олег, ну что это за тупой человек у меня в машине? Это просто пиздец. Я не знаю. Фастер, подбирай колчедан. Он не может выбрать мышкой колчедан. Тупой. Я не бью босса, у меня нога. О, смотри, он подобрал. Ну ничего себе, братишка. Ты просто чудо свершил. Не знаю, IQ прибавил себе, красавчик. Ты видишь, что половина людей не соображает, что-то как делать. Надо кому-то. Идемте на острокрылую, может это потянется еще.
Жарить будем? Не. Денечка курает собрался. Здесь на даче просто пронесем быстренько. Если повезет. Есть у кого-то там Каспек? Пекайся в танк, поможешь поддержать мобов. Пушите рыбу. Так, Юпи, ты что-то раздавал? Дам тебе перча. Запустил босса. Есть у кого-то Дживс? Или мамонт, куплю, надо купить драги. Сейчас, подожди. Сейчас каску раздаст Пеппер и кулак. Баф не на ДК, еще каску случайно сбил. Не стойте в лужах, следите за своим игроком, когда бьете трэш. Пеппи, раздай каску по рейду. Убивайте трэш. Сейчас запущу босса. Давай, рост. Ладно, подымай Вуди. Ролим формулу. Идем на следующего босса, на Игниса.
ты, у тебя же есть энчант, Изифилакс. Передавай дальше тогда Джулиану. Ты не сможешь ну, это не персональный рецепт, точнее. Передай Джулиану. Поиск кому-то надо? Давай возьми. Ролим спину, я не думал, что он в каком-то здесь самом. Еще раз мамонта поставить. Вуди, посмотри на нас. Я вижу, не знаю, кто это. Шкафчик. Тебе надо руки. Ну поставь мамонта, я, наверное, совершенно продал. Поставьте мамонта. У меня столько хлама здесь. Блять, ну пиздец, конечно. А это кто, танк или кто, я не помню. Короче, нету перчаток.
Я их не продавал, нету. Ой. Короче, погнали. Сейчас я их, может, найду. Ну, хочешь, заходи на мага. Там точно перчатки падали? Что-то на ханта падал. А у Вендера этой вещи нету. Есть другие вещи, которые я продавал. Шлем кому-то надо. Вселенная хотела прийти на ПТ в это воскресенье следующее. А хотя Вивальди тоже, наверное, сыграет. Погнали. Сейчас погуляем к вам тут. Это получается Аня, плюс Селена, еще Хаучата, Приста, ШПВшник, который Вирет. Ну там же кто-то не сможет прийти, короче, лучше, ну, чтобы были. Ну это да. Знаешь, что всегда в запасе были. Олег, и там еще в гильдии плюсовал Паладин Гульду. Кто? Прорицатель. Блин, он на него хипал, зачем нам четвертый хипал? Девятый. Сейчас спрашиваю, что. Ой, Павел, слышишь? Мейби сунелите, башка-то нужна? Мейби сунели, я что-то не могу найти эти перчи, а в Вендера их нету. Ладно, давайте просто убьем босса, то рейд слабенький, минус 3 еще. Ой, это танчик босса, Хризифилакс, трэш, погнали. Да-да, после ПТ. ПТ сделаем, ДФБ пойдем. Может, кто-то подтянется. Да, если ты сейчас опасальника выберешь. Бейте сердце до 2 лямов. Новые
Трэш пока не трогай. Сливаем только мелкий трэш. Или зафилакс большой танчик. Стопаем по сердцу. По сердцу стоп. Играйте в хламоботов сначала. Слева-справа хламоботы. Справа тоже играем. Так, точечно играем. Ох, блять, много мобов. Звездочку играем. У нас один танк всего лишь, следите за своим игро. Где можно бить босса? У кого черная метка в рейде, отбегаем с рейда. Блин, уходи с рейда. Давайте трэш вообще не бить, сейчас босс должен умереть, просто доводим сердце до 1.5 ляма. Играйте слева, справа хламоботы, дополнительно чего сделаете, если убьете, все стопайте по сердцу, не бить сердце, играйте в хламоботов лучше. Большой трэш не трогаем, собирайте. Собирайте просто большой трэш. Ну, я танком готовлю. Ну, оказывается, я по один уже ходил. Идем дальше. Трэш не агрить, пока разрулим вещи. Плечо рольте быстрее только, пожалуйста. Печать. На ДК. Не жал. Силы тут. Юпи и Квариум. Сейчас скажу, какой портал, вестибюль. Тут уже почти всех убили. Никто не умер. Потрясающе. Ну да, никто. Почти фулл рейд собрался. Огненный мел, ты сова, да? Вивальди не пойдешь? Прикол. Использовать эту способность. Он пойдет, то он просто захотел на другого зайти. Просто повесил КД. Ну, он же больше не будет ульдора. Ладно. Как говорит, пейте вот этого ремонтника, или заряженный молниями. Быстрее ставим трэш, пока пост доходит. Так, кто это у нас пришел?
использовать эту способность. Сейчас. Кому надо бафы плюсить в чат? Пушите рыбу. Пустой шкаф. Делаем хард мод. Резифилакс, ты будешь танковать звездочку. Кружок Войд. Квадрат Сталелом. Сначала убиваем звездочку, потом кружок, потом квадрат. Короче, время боя, я вам все расскажу. Чек. О, побейте, пожалуйста. Дайте лапу. Каску помогаем. Сейчас дам тебе каску. Начинайте танки. Резифилакс, просто по КД таунти моба. Повесь бдилку там на кого-нибудь танка и таунти. Лома танчит просвещенный. Малгейма танчит. Будет. Блядь. Джесс, поднимаем на Нелтера. Крест по Манелтеру, лапу, интеллект. Так, играем в кружочек, становимся все в синий кружочек. Как только он исчезает, мы все выходим на дистанцию, следим, чтобы не попасть в большой желтый круг, с него выбегаем. Так, сейчас будет синий кружок и зеленый, смотрим. Разбежались. Чего вы встали там? Yeah, boy!
покажу вам! Железное собрание. Плащ. Молодцы, ребят. Ноги на РДД. Шляпа нахуй не пала. Диск квест. Сейчас тебе скажу прорицатель, что можно ролить. Клык. Просто. Что вам дальше делать? Заруженный. Как обычно, без смертей. Да, просвещенный надо танк. Первый танчит Войд, второй просвещенный, третий Кризифилакс. Выживет Кризифилакс, не знаю, вряд ли. Просвещенный — это капельку на Кризифилакса сразу кинешь, когда он начнет танчить. Пушите рыбу. Дайте лапу. Пристал баф теперь дайте. Сейчас пикну с Фредрика и начну. Сейчас 10 секунд ждите. Теперь раздай каски. Что-то ты мне можешь сломануться. Кто-то мне может сломануться. Ну что, АФК? Варим, ты тут? Все, танки погнали. Так, сначала играем в правую руку. Просвещенный, забирай босса. Так, играем в следующую руку. Кризифилакс, забирай босса. Капельку, просвещенную капельку на Кризифилакса. Трэш после руки сливаем. Так, рук нет, можно в тело поиграть. Давайте рост. Сейчас будет рука правая, в нее будем играть. Все сыграли в правую руку. Войд, забирай босса. Юпи, можешь капельку на Войда кинуть. Все, играем в следующую руку. Просвещенный, забирай босса. Прожимай срезку. Давай сакру заодно.
Сакру, давай Хризофилакс не забирай босса. Дели бессмертие. Надо было в Хела играть. У него там 4% здоровья было. Ничего страшного. Так, танки надо. Так я насунул из шкафа, кто-то сзади есть. Да, все не надо. Так, вот это наручи Нанвара. Надо подождать. Я не могу использовать эту способность. Так, тоже просто босса убиваем. Сначала 4 моба рядом с боссом стоящие, которые танчат про товар, про топал. Кинь мне чисто, никому не надо. Ну, красму. Кинь потом. В сумке. Про Хризофилакс присвященный, как только начинаете их танчить, сразу разводите по разные углы, мы сливаем трэш, ой, танчит босса, первый антифир, на него кидает Альтея, сразу начиная с боя, ты кидаешь на него антифир, после того, как босс фирнет, рейд, Рудеус, ты кидаешь антифир, чек, третий уже Манелтер, Рудеус, Плариум готов, Рудеус, Альтея, погим на маны и давайте пуляйте трэш. Здесь будем бить трэш. Давайте, все в трэш сыграли. Все в трэш, быстренько. Потом будем становиться в звездочку, стоять под мордой босса. Добили трэш, стали в звезду. Сейчас будет фир. Навары, вам надо будет сбить фир зуботычный, прижать антифир свой сбить. Отлично, собрали все опять под босса. Под морду босса. Сейчас будет дикий защитник, появится большой луч, мы от него отбегаем за звездочкой. Отбежали. Танки таунтите защитника, мы его сливаем. Все, давайте в защитника, все же сыграли. Нету времени метку ставить, вы сами видите. Выбежали с лужи. С этой лужи появится следующий защитник. Надо сбить каст, стать под мыс опять. Таньте под лицо. Сейчас еще один защитник выйдет, надо его слечь. Давайте, все защитника играем. Молодец, просвещенный, два раза таунт, будто не умер. Хорошая реакция. Убивайте каст. Интересно, так это сейчас сдохнет или нет? Так, с пула сдохнули уже. Да не, просто 15%. Под конец сюда подъезжает обычно. Все просто... Не знаю, что произошло. Так, Эрдру, Холи Прист, на офф. Так это же голова, не шея. Блин, я все время смотрю на иконку и говорю, что это шея. Да, башка надо кому-то. Персона танка. Какой-то мечте надо было. С этого Саурия. Давайте на пул почаще, то я срываю все время.